Изобретательность для жизни. Приветствую всех, уважаемые коллеги. Мы сегодня начинаем наше ежегодное мероприятие, посвященное цифровизации промышленности. И в этом году наше ежегодное мероприятие, именуемое в этот раз Realize Life 2020, проводится в новом формате, в формате онлайн. У нас большие ожидания от такого формата проведения, поскольку мы надеемся быть услышанными гораздо большим числом заинтересованных людей, заинтересованных специалистов, наших потенциальных заказчиков. В этом году мы решили сделать и посвятить отдельную секцию, которая будет освещать все, что касается цифровизации именно в нефтехимической промышленности. И вся секция будет посвящена нефтехимической промышленности. И мы хотели бы поговорить именно о тех трендах, о тех процессах, которые идут сейчас в нефтехимии в целом, о том, как цифровизация меняет эту отрасль, и о том, как, в принципе, сейчас строится работа в нефтехимии. Хотел бы представиться. Меня зовут Евгений Брандман. В Siemens Industry Software я работаю с заказчиками нефтехимической отрасли. Также хотел бы представить мою коллегу Сюбаеву Анастасию, она консультант по развитию бизнеса в перерабатывающих производствах. Я с удовольствием ей передам слово несколько позже. Сейчас хотел бы все-таки с вами подискутировать на предмет нефтехимических, скажем так, на тех вопросов, которые стоят перед нефтехимиками сегодня. Итак, нефтехимическая промышленность, чем же сейчас дышит эта отрасль, какие задачи она вынуждена решать, какие задачи стоят перед ней. Хотел бы немножко с вами погрузиться. Итак, ключевые тренды отрасли. Безусловно, что сейчас характеризует нефтехимию, это инновации. Инновации окружают ее с различных сторон. Это инновационные материалы, которые разрабатываются, которым сейчас уделяется огромное внимание, над которыми сейчас трудится большое количество лабораторий, большое количество специалистов. Безусловно, инновации захватили не только материалы, но и процесс. И технологический процесс также сейчас так, находится под влиянием большого количества инновационных процессов. Доступность сырья таким же образом меняется. Меняется немножко структура ведения бизнеса, структура производства в этой отрасли. Меняется способ управления ресурсами. И, конечно, ставятся задачи по повышению эффективности управления этими ресурсами. И, скажем так, тенденции развития цифровых технологий, они также приобретают определенный окрас, они также меняются под влиянием тех процессов, которые на текущий момент происходят в нефтехимической отрасли. Конечно, скажем так, сейчас идет большой, и все эти годы шел, и по сей момент продолжается стремительный рост производственных мощностей, что порой приводит к их избытку. И, скажем так, также может вести к некому избыточному предложению на рынке. Также отрасль на текущий момент находится под давлением всевозможных регуляторных механизмов, в том числе и в том числе и под давлением экологических норм, которые ужесточаются с каждым годом и которые, в общем-то, накладывают определенные требования для работы нефтехимиков сегодня. Это связано и, в общем-то, и с потребительской активностью, это связано и в целом с нормами, которые вводятся законодательно на текущий момент. Появляются новые рынки одновременно с ростом, скажем так, избыточными предложениями, ростом конкуренции. Также появляются новые рынки и возможности для этого рынка, поскольку появляются новые материалы и новые способы их применения, эксплуатации и прочее, прочее. Одновременно с этим мы можем наблюдать определенное замедление спроса. И
все эти факторы одновременно влияют и формируют еще дополнительный фактор, который называют, как мы обычно называем, химия 4.0. Химия 4.0 – это нечто аналогичное, нечто сходное индустрии 4.0. Это именно, скажем так, видоизменение отрасли, видоизменение сферы промышленности под действием цифровых и инновационных технологий. Конечно же, в отрасли формируются определенные стимулы, и эти стимулы, скажем так, сподвигают к определенной трансформации, в том числе и цифровой трансформации химической области. Это связано и с наличием, определенным наличием ресурсов, как мы уже это сказали, и новыми открывающимися и развивающимися рынками. Безусловно, есть определенные демографические процессы, которые также оказывают влияние на отрасль. И, скажем так, необходимость управлять большими производственными мощностями формирует определенные вызовы, вызовы к большей операционной эффективности, к большей экологичности и большей безопасности. И, безусловно, технологические тренды, они являются определенными откликами на эти вызовы. И такие направления, как цифровая революция, анализ данных в реальном времени, различные цифровые инструменты и в принципе, и цифровизация в целом, она является определенным и стимулом, и откликом на меняющуюся ситуацию в нашей отрасли. И на наш взгляд, инновации – это некий отличительный признак текущей нефтехимической отрасли. Компания Siemens, безусловно, не остается в стороне от большого количества изменений, которые на текущий момент происходят в производстве. И, в общем-то, безусловно, большинство из вас знакомо с такими масштабными решениями, которые Siemens всегда предлагает в области автоматизации. И Siemens в целом знаком большинству заказчиков как лидер в сфере автоматизации, который занимается разработкой и внедрением различных систем, начиная от контрольно-измерительных приборов, систем, комплексных систем автоматизации, различного аппаратного обеспечения, контроллерного оборудования и много-много другого. И на наш взгляд, в общем-то, это настолько родственные и смежные дисциплины, такие как автоматизация и цифровизация. И цифровизация в целом зиждется на хорошем уровне автоматизации, тем самым позволяя получить более интересные показатели, более эффективные результаты в технологическом процессе, в производстве в целом, путем внедрения различных решений вплоть до имитационного моделирования, комплексного управления технологическим процессом, МЕС-системы, да, интеллектуального управления технологическими процессами и многим-многим другим. То есть, в общем-то, компания Siemens в данном случае исповедует максимально комплексный подход для решения тех задач, которые стоят на текущий момент перед химиками-производственниками. Коль скоро мы говорим о комплексном подходе, на наш взгляд, кажется, нам видится правильным создавать, скажем так, и подходить с точки зрения цифровизации к каждому сегменту этой цепи и объединять их в единое целое. И, скажем так, этот комплексный подход, на наш взгляд, строится на трех слонах. Это цифровизация самого продукта, который, в общем-то, планируется произвести. Это цифровизация площадки, которая является, в общем-то, средством производства, будем так говорить, да, и это цифровой двойник самого процесса производства. Безусловно, внутри каждого из этих
внутри каждой из этих сущностей есть целый набор решений, которые позволяют найти оптимум и максимально оптимизировать те процессы, которые происходят внутри. Однако нам видится именно платформенный подход максимально эффективным, поэтому с этой целью как раз все эти решения объединены в единую платформу для обеспечения сквозного процесса. Действительно, говоря о платформенных решениях, я, наверное, обращусь, и, наверное, многие заметили в этой картинке, которая сейчас на экране, отсылка к притче о том, что, в общем-то, рыба – это то, что чем мы будем сыты сегодня, а удочка – это то, чем мы будем сыты всегда, поскольку это некий инструмент для решения тех задач, которые стоят перед нами. Вот таким аналогичным образом нам видится, что приложение – это хороший и эффективный способ решения конкретных локальных задач. Платформенные решения – это некий совершенно иной, качественный иной подход, который поможет обеспечить не только решение текущих задач, но и, скажем так, даже формирование порой новых инструментов для решения тех задач, которые станут перед отраслью в перспективе. Поэтому нам видится все-таки в комплексность и платформенность в нашем подходе является именно ключевым фактором, который поможет добиться успеха нашим заказчикам. И на этом я хотел бы передать слово моей коллеге Анастасии, для того, чтобы она немножко более детально познакомила вас с теми решениями и теми возможностями, которые мы сейчас предлагаем предприятиям нефтехимической отрасли. Спасибо, Евгений. Добрый день. Меня зовут Анастасия Сибаева. Я представляю компанию Siemens Digital Industries Software. Я являюсь консультантом по развитию бизнеса в гибридных и непрерывных производствах. Компания Siemens придерживается комплексного подхода для решения задач в нефтехимической промышленности. Наша методология основана на концепции цифрового двойника, где в виртуальную среду мы переводим все процессы, начиная от разработки, заканчивая эксплуатацией. Наш цифровой двойник поделен на несколько основных составляющих. Первая часть – это разработка продукта и R&D-процесса. Здесь мы говорим о том, что наша платформа OpCenter, о которой мы будем говорить позже, в ходе следующего доклада, закрывает все задачи, связанные с разработкой рецептуры, созданием экспериментов и утверждением новой рецептуры для продуктов, как новых, так и существующих. Следующий блок – это проектирование и площадки и производственного процесса. Здесь у нас также есть комплекс решений, это GPROMS, Technomatics. В частности, решение Technomatics позволяет построить имитационную модель вашего будущего производства с целью построить наиболее оптимальный и исполнимый технологический процесс. В данной системе вы можете смоделировать там, сложные производственные, логистические цепочки, рассчитать пропускную способность, смоделировать различные сценарии, что если, проанализировать, как лучше расположить оборудование. Если мы говорим о роботизированных комплексах, то вы можете отработать боевой код в виртуальной среде и быть уверенным, что в реальном производстве у вас будет максимально правильный, эффективный и оптимальный технологический процесс. Следующий блок – это инжиниринг. Здесь мы используем мощности нашей платформы SimCenter для инженерного анализа. Платформа решает множество различных задач, например, расчет наиболее эффективного использования оборудования и поиск лучшего соотношения, например, скорости там, смешения и мощности оборудования, или моделирование текучих сред, вычислительная газодинамика и так далее. Следующий блок – это управление производством. Здесь, опять же, на помощь приходит наша платформа OpCenter, и она решает задачи комплексного управления производственным процессом, начиная от планирования производства, собственно, исполнения производства, контроля качества по ходу всего производственного процесса и производственная аналитика.
Производственная аналитика позволяет вам собирать, агрегировать и визуализировать данные, на основании которых вы можете постоянно анализировать свой производственный процесс и постоянно его совершенствовать. В чем основная ценность такого подхода? У вас все блоки этого цифрового двойника постоянно между собой взаимодействуют, как с точки зрения бизнес-процессов, так и с точки зрения IT-решений. Зачастую на предприятиях возникает проблема, что эти блоки между собой разорваны, и за счет этих разрывов компания теряет ценность. Например, специалисты, которые занимаются разработкой рецептуры, не получают никакой обратной связи с производством, которое по этой рецептуре производит и, возможно, ее корректирует. А это очень важно. При нашем же подходе все эти части неразрывно связаны, они друг с другом взаимодействуют и помогают вам получать вообще максимальный эффект от вашего процесса. Таким образом, еще раз, у нас первая часть – это этап разработки, где мы, по сути, фиксируем требования. Вторая часть – мы эти требования проверяем в виртуальной среде. И третья часть – это производство, где мы уже в реальной среде выполняем наш производственный процесс. Чтобы реализовать подход постоянного взаимодействия, помимо платформенных решений для каждого из этих блоков, у нас есть платформа Team Center, которая решает задачи взаимодействия большого количества людей, процессов и так далее в единой среде, гарантируя постоянную совместную работу с актуальными данными. Вторая составляющая успеха – это наша экосистема, интернет вещей «Майндсфера». Данное решение будет также рассмотрено в ходе одного из докладов. Это экосистема, которая позволяет вам собирать сырые данные из разных источников и позволяет вам эти данные превращать в ценную информацию. Также мы позже поговорим о платформе Mendix, в которой вы можете писать различные приложения в рамках вашей экосистемы. Озвученная методология, она все равно формирует для вас различные вызовы и задачи, которые вы должны решать. Во-первых, из перечисленных тенденций ясно, что ваш цифровой двойник должен быть очень гибким, должен уметь быстро меняться, потому что усложняются технологические процессы, темпы инноваций становятся короче, и необходимо постоянно иметь доступ ко всем вашим данным и быстро и умело ими управлять. Вся цепочка должна быть прозрачной и наглядной. Второе, цепочка должна быть интегрированной во всю вашу экосистему, потому что система управления производством не может существовать там в вакууме. Она должна быть четко и понятно интегрирована в остальные процессы, поэтому за этим также необходимо следить. И третье, это и даже если ваша цепочка интегрирована, даже если она гибкая, она обязательно должна быть легко масштабируемой там, на другие площадки. Должна возможность к ней подключаться удаленно, и она должна быть мобильна. И самое главное, в основе этого цифрового двойника должен быть грамотный, выверенный бизнес-процесс. Если его нету, то нужного эффекта цифровизации вы не получите. Высока вероятность того, что при внедрении таких подходов вам придется пересмотреть ваш цифровой двойник и пересмотреть, в принципе, все ваши подходы, которые там напрямую или косвенно связаны с разработкой и производством продукции. Это, правда, непростой и такой долгий путь, и подходить к решению этой задачи нужно комплексно, потому что решение каких-то локальных болей и задач вряд ли даст вам тот нужный эффект, которого вы ожидаете. И, конечно, начинать внедрять все невозможно, но это должно делаться поэтапно, но у вас обязательно должна быть дорожная карта внедрения и четкое понимание того, что вы хотите получить на выходе и чего вы хотите достичь. И как раз необходимо выбирать не просто там какие-то отдельные решения, а полноценный комплексный подход и партнера, то есть вендора, который не только поставит вам эти решения, но поможет именно пройти весь этот непростой, но очень увлекательный путь цифровой трансформации вашего производства.
В завершающей части нашего доклада мы хотели бы вам рассказать, как мировые лидеры химической промышленности применяют наши решения и какие виды задач мы можем решать. Первый пример – это шинное производство. Здесь стояла задача комплексного решения для оперативного управления производством. Завод строился с нуля, поэтому, с одной стороны, просто так как ничего нет и можно сделать хороший процесс, но в этом и сложность, потому что на самом раннем этапе нужно заложить там правильные решения. У заказчика стояли амбициозные цели – серьезно повысить объемы производства, диверсифицировать свой портфель и, как следствие, повысить лояльность клиентам за счет обеспечения высокого уровня качества и наличия такого гибкого, прозрачного процесса, который всегда можно показать конечному заказчику и быть уверенным, что весь процесс правильный и гарантирует высокий уровень качества. Данная задача была решена на базе нашей платформы OpCenter для оперативного управления предприятием. Здесь был внедрен весь комплекс решений, начиная от разработки рецептуры, ее вводом в производство и, собственно, самим управлением производственным процессом, и также анализ там, эффективности работы оборудования, анализ пропускной способности. И на выходе клиент получил очень там, высокие результаты, удалось построить умную фабрику, которая отвечала всем задачам нашего заказчика. Второй пример – это производитель лакокрасочных покрытий. Здесь задача, наверное, более часто встречающаяся, уже существующее производство, но там не без своих проблем. Специфика – это очень высокая вариативность и такая точечная лоскутная автоматизация, где вроде завод автоматизирован, используя там различные решения для оперативного управления производством, но от разных вендоров, потому что там внедрялось в разное время. И эти решения между собой не очень хорошо связаны. Поэтому там, где это было возможно, разрозненные решения были заменены на нашу платформу OpCenter. Производственные системы других производителей, которые остались за счет нашей интеграционной шины OpCenter Connect, были подключены к нашей платформе. Я чуть позже в следующем докладе подробно про эту интеграционную шину с вами поговорю. И, по сути, все решения, наши решения и решения там, внешних производителей были заведены в единый контур, в единую экосистему, и был реализован такой бесперебойный обмен данными. И результаты говорят сами за себя. Серьезно, была повышена производительность, сильно сократили время работы, трудоемкость операции и получили очень такие высокие результаты. Третий пример – это также химическое производство. Здесь стояла задача разработать имитационную модель существующей площадки и новой площадки, как производственную цепочку, так и логистическую. Делать это нужно было для того, что производственный процесс очень сложный, и прежде чем, например, закупать новую линию или запускать производство там, новой продукции, заказчик хотел это моделировать в виртуальной среде, просчитывать все возможные сценарии, выбирать оптимальные и быть уверенным, что производить они уже будут по там, самому лучшему процессу. Здесь очень интересно, что помимо таких ожидаемых результатов, как снижение затрат, повышение эффективности, заказчик открыл для себя новую бизнес-возможность. Они настолько хорошо научились работать в этом решении, что они создали отдельное подразделение, которое стало оказывать своим клиентам услуги по моделированию производственных площадок своим клиентам. То есть очень интересно, что наше решение может в целом помогать открывать какие-то новые бизнес-направления. И последний пример, это уже такая более специфическая задача, но все равно комплексная, это моделирование работы оборудования для повышения его эффективности. В одном случае речь идет о теплообменниках, в другом там о реакторах. Но суть одна – подобрать наиболее оптимальный и эффективный технологический процесс. Потому что поломки, простое оборудование критически влияют как на эффективность, на затраты, но также могут создавать и угрозу безопасности. Поэтому весь инженерный анализ был проведен в рамках нашей платформы SimCenter. И мощности этой платформы позволяют протестировать вам в виртуальной среде все сценарии и быть уверенным, что в боевых условиях вы получите максимально
правильный результат. В завершении доклада хотелось бы еще раз сказать, что на данный момент мы являемся единственной компанией, которая может закрыть вам весь комплекс задач, связанных с разработкой и производством продукции. Наши решения занимают лидирующие позиции на рынке нефтехимической промышленности уже не один десяток лет. Наши решения вобрали в себя опыт и знания специфики этой отрасли, и мы готовы вместе с вами разработать дорожную карту цифровой трансформации вашего предприятия и реализовывать ее вместе с вами. Большое спасибо за внимание.